Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Tesla Y. Ремонт кузова. Ремонтировать буду перед и правое заднее крыло. Машину привезли ко мне уже разобранной, и я установил ее на стапель. Ремонт начну с правого переднего лонжерона, и вы можете увидеть, какой бутерброд из слоев металла. Но слава богу, повреждения здесь не сильные. Но вместе более серьезного повреждения металл довольно-таки толстый и твердый. Ладно, погнали. А спонсор этого видео — Srotas 24. Здесь можно купить детали на многие машины. Вводим название машины и выбираем детали. Также здесь много деталей и на другие модели. Выбор большой, 15 миллионов БУ и новых деталей. Доставка по всему миру. Ссылка в описании. Это была плохая идея. Передок Теслы сделан из твердой стали. Поврежденные места придется греть. Нормально вытянуть не получается. Металл довольно-таки твердый. Ослаблю его. Удалю кусок поврежденной части. Не повезло. Еще разок. Нагреваю, но металл все равно туго равняется. Но при помощи огня, кувалды и какой-то матери я сделал это. Удаленную часть привариваю обратно. Thank you.
Сварочные работы с передком закончены. Устанавливаю детали переда. Правое крыло имеет небольшие повреждения. Исправляю это. Итак, крыло сделано, но не хватает других запчастей переда, поэтому я начинаю ремонт заднего крыла. Конечно, это крыло лучше поменять, но хозяин сказал, что не нашел его, буду его ремонтировать. Сначала вытягиваю. Часть крыла сделана из стали, а часть из алюминия, поэтому алюминий грею. Итак, алюминиевую часть сделал. Теперь стальная часть. В ремонте буду использовать сварку и споттер.
Не знаю, с какой стали сделано крыло, но равняется очень туго, сталь как будто пружинистая, и споттер вырывает мелкие дырочки. Итак, споттерные работы с крылом я закончил, все, что смог, сделал. Мелкие дырочки и края залью оловом. Итак, с задним крылом я закончил. Голый металл замажу грунтом. Установлю бампер, фонарь и детали переда. Моя работа с этой машиной закончена. Отдаю машину хозяину. За эту работу ушло 45 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!